Всем привет! Сегодня у нас 28 октября 2019 года. Украина, город Кременчуг. Хочу показать вашему вниманию вот такой вот крупноплодный, яблоковидный, красивый сорт айвы. Называется Мария. Это первые сигнальные плоды, у меня 3 штучки в этом году. Я их еще не пробовал, еще не видел. Это новая культура у меня на участке. Вот такие вот крупные плодяки. Опа. Вот такие вот. Класс. Есть череночки этого сорта. Кому интересно, можете звонить, заказывать. Я обязательно разрежу, попробую, какая она на вкус. Положу на веса, потому что весы дома забыл. Уже дома положу. Вот такие вот плоды данного сорта. Вот как смотрятся в руке. Кабаны, наверное, грамм по 400, может и больше. Вот такой сорт интересный. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Прошло ровно 25 дней с того момента, как я сорвал эти плоды и положил в подвал на хранение. Сегодня у нас 22 ноября 2019 года. Давайте сейчас положим на весы, посмотрим, какой у этих плодов вес. 441 грамм. Даже 42, крутой вес. 390 грамм. Да, и вот такая шикарная. 432 грамма. Это три первых сигнальных плода. Вот я увидел, зашел в подвал, что начали портиться плоды. Вот одно пятнышко, второе. Я решил, что надо, вот третье на другом. Я решил, что надо их разрезать и попробовать уже, какие они на вкус, и сварить хотя бы пол-литровую баночку варенья с них. Давайте разрежем. Очень интересно посмотреть. Твердая. Я никогда не пробовал эту культуру айву. Первый раз буду в жизни пробовать. Вот такая она внутри. Так, давайте попробуем. Плод разрезал я. Какой он на вкус после лёжки. Я его не рискнул сразу пробовать. Сразу думаю, попробую, сорву. А потом все-таки решил подождать. Попробовать именно. Ой, запах такой насыщенный. Очень аромат такой насыщенный у неё. Даже не могу понять, на что он похожий. Наверное, на айву. Мякоть. Такая. Суховатая какая-то. Ну, и сок есть, но не такой, как яблоко. Хотя вот, если можно нажать, оно видно, интересно. Видно, сок есть. Вот так. Ну, такой вот у него насыщенный аромат. Вкус кисло. Кисло-сладкий, ну не знаю, для еды такой интересный, своеобразный вкус. Не знаю, я, честно говоря, не могу, ну так вот, не привыкший к таким фруктам. То есть я ее сажал конкретно для варенья. Мне очень много людей говорило, что с данного фрукта очень вкусное варенье. Вот я хочу нарезать дольками, сейчас ее засыпать сахаром. И попробовать сварить. Не знаю, сколько с 3 штук получится. Но я думаю, пол-литровая баночка будет. Так что сварим варенье и попробуем. На вкус, вот я примерно сказал, кисло-сладкая, с очень сильным явным ароматом. Такая, кушать можно, но я не готов ее как бы кушать именно в таком состоянии. Хочется варенья. Думаю, варенье будет класс.
Взял, порезал я айву. Получилось килограмм айвы порезанной и килограмм сахара. Я засыпал, перемешиваю. Получается, до утра будет стоять, пустит сок айва хорошо вместе с сахаром. На видно, и так уже начал опускать. Я полчасика назад засыпал все это дело, порезал, сделал. И с утра уже будем ставить его вариться. Посмотрим, какое оно получится. Сварил я варенье. Получилась литровая баночка с килограмма айвы. Вот такой вот имеет вид оно. Очень аппетитная. Очень красивая. Давайте попробуем на вкус. Долечку. Такая вот долька. Вау. Очень, очень приятный кисло-сладкий вкус. С сильным ароматом. Очень, очень приятным вкусным ароматом. Я не ожидал, что получится такое вкусное варенье с данного фрукта. Просто класс. Всем советую, купляйте в магазинах, на базарах айву. Варите варенье. Это очень вкусная вкуснятина. Реально. То есть в свежем виде мне она не так понравилась, конечно, как варенье с нее сварить. Действительно, люди были правы, когда говорили, что с нее варенье бимба. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.